Около 70 миллиардов рублей направили на пособие детям от 8 до 17 лет. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Глава правительства также рассказал о финансировании мероприятий для поддержания рынка труда. Регионы на эти цели получили почти 40 миллиардов. В частности, сотрудники, находящиеся под риском увольнения, через службы занятости проходят переобучение, повышают квалификацию. Для них создают временные рабочие места, напомнил премьер.